Всем доброе утро, друзья. У нас завтрак. Испекли кекс. Вот такой. А ребятишки пьют чай. Что-то Алиса не хочет. Ты что, с печеньками решила? Да? Печеньки больше нету. Я буду вот так. Ты только их не ломай, пожалуйста. Так, Сёма засыпает. Я ему включила медведя. Он ему там сказки читает. Про горшочек вари. Горшочек не вари. Или что-то такое. В общем, такой рыхлый получился у меня сегодня кекс. Ну, решили просто в противень его сделать, и все. Всем привет! Я сегодня увез детей в Иркутск. Они проходят медкомиссию, ну, спортсмены наши. Вот, пока они там с тренером проходят врачей, я поехал по своим делам. Хотел сделать развал на машине. Заехал. Сказали, с развалом все нормально. Единственное, что на передней стойке опорная чашка подносилась, и резинка уже подорвалась и начала гулять. Из-за этого, говорит, может тянуть вправо. Я говорю, ну да, вправо тянет. Ну все. Вот поехал, пока время есть, узнать, сколько стоит запчасти. Да. Если приемлемо, надо будет сразу купить и отремонтировать к зиме, чтобы не было проблем зимой уже. Вот, Надя сейчас звонила, они сказали, что пару врачей уже прошли, осталось еще три. Но они будут только с часа, а время без 10 час. То есть где-то еще, наверное, с час они точно там будут. Так что вот такие дела у нас на сегодня. Алена дома с детьми. Мелкие у нас закашляли, воспитатели сказали, понаблюдайте, что там, как они будут дальше. Ни температур, ничего не было, но остались дома сегодня. Понаблюдаем. Ну, изредка кашель есть, но я бы не сказал, что прям такой уж критичный. Короче, съездил, поискал запчасти. Купил, походу, самые дешевые, 1400 рублей за штуку, потому что оригинал стоит 2900 за штуку. Ну, вроде сказали, что фирма нормальная, финская, делают в Тайване, вроде бы все хорошо, никаких проблем с ними не было, возвратов не было. Ну, как я еще могу узнать? Только по отзывам. Посмотрел отзывы, вроде бы все нормально. Что надо будет чашки потом поменять. 2800 обошлись две чашки. Опоры, вернее. Они называются опора, стойки, передняя и верхняя. Вот так. Сейчас еду в Байкал-арену. Там дети у нас проходят медкомиссию. Время уже без 15:02. Должны уже вот-вот, наверное, пройти. Заберу их и домой. В принципе, все дела на сегодня закончены. Так что, вот так вот. Поискали везде запчасти оригинальные. Оригинальную нашли, запчасть только одну. То есть вот эта опора есть только одна. Нашли по Иркутску только одну. Не знаю, насколько это правдоподобная история с поисками. Ну, насколько точно смотрели. В нескольких магазинах был, в нескольких павильонах посмотрел. Везде посмотрели, только одна есть. Ну и та 2900. Поэтому одна меня не устроила, тем более по такой цене. Были там совсем тоже китайские, но они что-то даже дороже, чем вот эта типа финская. Я чуть не стал рисковать на счет китайской, там что-то отзывы у них совсем плохие. Два месяца и вообще рвет резина, поэтому я не стал такие брать. Но это отзывы вроде нормальные, поэтому взял такие. Ну, посмотрим, как будет ходить. Других вариантов у меня нет. Я думаю, что если Бог будет хранить, то там все что угодно будет работать. Но уж если выбирать, как говорится, то выбирать хотя бы по отзывам более-менее нормально. Ну, вот так. Других вариантов я не вижу. Ну и все, в принципе. Такие дела. Приехал в Байкал-арену. Что-то дождик у нас начинается. Сейчас пойду посмотрю. Долго они там нет еще. Короче, пока я собирался туда идти, позвонила Надя и сказала, все, они уже сейчас последний кабинет, там один человек остался, и они выходят. Поэтому внутрь не пойду. Подожду здесь. Ну и все, в принципе, едем домой. Так, друзья, у нас уже вечер. Приехали ребята у нас с диспансеризацией. Папа привез, все хорошо. Поздавали там. Врачей всех прошли. Всякие там, в общем, пробы.
еще какие-то свои спортивные. Алиса у нас тут играет в домик. Вот такой домик я сегодня сделала. А я смотрю видео про когтеточку. Когтеточку. Вот. Как сделать ее. Хочу котику сделать. Ты приготовила обед-то? Вон котик с тобой играет. Тебе хоть не скучно, да? У нас такой бардак в игрушках опять. Когда это закончится? Мама, ты будешь кушать? Угу, буду. Вот надо ковролин. Давай молоко найдем. Приобрести в Леруа. Поедем потом. Посмотрю. Какой-нибудь серый или, думаю, может, зеленый. Столько разговаривать стало. Молодец, слава богу. Мама, ты иду, ну. Хочешь, мамочка? Тук-тук, вам можно? Да. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Чем будете кормить? На паузу поставлю. Что будем кушать? Вот это. А что это у вас молоко. Сегодня? Молоко будем пить? Так, а еще что? Молоко вот я люблю. Пирожки. Давайте с пирожком, молоко с пирожком. Вот такой вот пирожочек. Вкусный, наверное? Мама, какой вкусный. Молоко налить. Ой, вкуснятина, на, попробуй. Вкусный? Ты мне молоко налить. Иди, мама. Вот, молочко. Так вот я уже вроде молоко пью. Это мне. Из дырявой кружки молоко. Давай что-ли поиграем. А тебе не пора Лялю кормить? Мама. Вон, видишь, она там проснулась. Плачет. На кровати вон там. Кошечка спасибо. Лили. Спасибо. Проходи. Спасибо. Мама, покачай пока. Давай, я буду бабушка. Отец подосенька. Все, мама. Не плачет. Кушать хочет. Спасибо. Давайте, мамочка, кормите. Лялечку свою. Молочком. Пришел посмотреть. Котик пришел. Он же тоже маленький, тоже будет играть с тобой. Хорошо? Ты что, облилась, что ли, здесь? Чуть-чуть маленько. Играла с водой. Любит суп варить. Нальет куда-нибудь водичку и что-нибудь там мешает, мешает. Кс-кс-кс-кс. Вот странно, они почему-то шотландцы не откликаются на кис-кис. Вообще. Сколько раз пробовала. Может, только у нас так? Напишите, правда это или нет. Или это только у нас так? Не откликается он. Барсик, ты очень занят, я вижу. Не откликается. Обычный бы котенок уже сейчас так подскочил. Во-во-во, вот она тут со своим супом. Бегает. Опа, опа, аккуратно. Ой. Ножки схватил твои, да? Что, пролила? Давай сюда скорей. Дай сюда мне, то прольешь сейчас. Вот мы и мокрые ходим поэтому. Ой, ты что, не мокрая? Это я-то нет. А котик все мокрый. Не знаю, ты вроде не пролила. Не вот успела. Вот и по мы теперь будем кушать на этом. Вот так ловит за ноги всех. Будешь буду, буду. Ты Лялечку покорми, кошечку Лили. Она не хочет. Как? Что, все, уснула уже опять? Да. Понятно. Такой кусок. Мама, будет суп такой. Со знаком. Да? Ой-ой-ой. Так, суп ее, мама. Что это? Папа, папа, Сёма. Папа, папа. Что, получилось а что-нибудь? Та, которую я привезла, подогряженная. Что, нет ни одной батарейки, что ли? Тут пытается физически этот сделать. Эксперимент.
Ваня тут не отстает от нас. Очень любит он вот такие всякие эксперименты делать. Что, крутится? Вот эта проволока должна вроде бы крутиться вокруг. А магнит-то поставили вниз? Да. Чуть не получается, маленечко. Нужно еще другую батарейку, они все слабые. Все, покатил Семен. Считать. Мы сегодня дома в сад не ходили. Что-то два раза кашлянули в саду и, в общем, нас сегодня не взяли. Ну как не два раза? Пять. Вот ты ровно два раза. Не больше. Они неправильно считали. Неправильно считали? Короче, не знаю, завтра к врачу придется ехать. Справку брать. Болеют они, не болеют, надо, чтобы она посмотрела. Так, нашли батарейку другую. Да сходи к папе в кабинет, возьми отвертку. На столе лежит. Нормально открутите. Что-то все? Все. Так, друзья, мы приехали с Сашей в бассейн. Там сейчас играет музыка, не пойду туда. А вот, в общем, мы сегодня одни, абсолютно одни. Шапочка какая-то маленькая стала. Ну, или мы купили ее такую детскую, теперь она еле налазит на меня. В общем, идем, позанимаемся немножко плаванием. Очень полезно для моей спины.